Никита нагнулся к нему. Он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец. Попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья. И он упал и забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика. Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа – Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди. И когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голоском «Саша!» и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой!» Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный. Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски. Почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник. В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать. И когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин, чуть зорька, улетел с перелетными птицами за море в Африку. Мне очень понравился Желтухин, потому что все-таки он хотел дружить с людьми, и здорово, что он улетел со своими сородичами на свободу, в Африку.